Как соблюдаются санитарные правила Роспотребнадзора в условиях сложной эпидемиологической обстановки? В Курджиново провели рейд по объектам торговли. О том, что проверяли и как проходила проверка, расскажет Али Боташев. Участники рейда – участковый уполномоченный и представитель администрации Куржиновского сельского поселения. Продавец магазина «Молодежная любовь» Новохадская с готовностью предоставляет проверяющим журнал санитарной обработки и другую необходимую документацию. Имеется журнал по замеру температуры по приходу на работу. Больные на работу не допускаются у вас. В магазине имеются дезинфицирующие средства, которые необходимы для обработки рук. И также имеется рециркулятор. Прибор для обеззараживания воздуха, средства дезинфекции и маски при входе, разметка для социальной дистанции. Все в наличии. У каждого покупателя проверяют наличие QR-кода. Дезинфекцию производим каждые 2 часа, включаем его. Покупатели к вам как, в масках приходят, без? Покупатели в основном в масках приходят. Но если у кого нет маски, у нас есть маски бесплатные. Мы им говорим, чтобы они одевали маски. Все очень примерно одевают и как бы соблюдают все правила. По протяжении вот долгого времени, когда мы сейчас проводим рейды, можно сказать, что уже нарушений намного меньше. Торговые объекты непосредственно купили рециркуляторы, соблюдаются все правила дезинфекции, имеются обеззараживатели воздуха, а также проводятся все профилактические уборки, которые необходимо делать. В ходе мероприятия нарушений выявлено не было. Рейды проводятся по объектам торговли и предприятиям общественного питания на территории сельского поселения регулярно, по нескольку раз в неделю. Это побуждает продавцов и покупателей к соблюдению санитарных правил и препятствует распространению вирусной инфекции. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Урупский район.